Сургутяне требуют пересмотреть возрастное ограничение концерта Ольги Бузовой. Такие сообщения появились в социальных сетях. По мнению активистов, репертуар певицы подходит только для взрослых, поэтому возрастной ценз нужно поднять с 12 до 18+. Такое обращение сургутяне намерены направить в администрацию города. Тем временем наша съемочная группа спросила сургутян, как они относятся к творчеству певицы. Если ее творчество нравится детям 12+, да, почему бы нет пойти с родителями? То есть дети же не одни пойдут, а с родителями. Не слушаю ее песни, не могу сказать, какие песни она поет и для чего, для кого и с каким смыслом. Смотря какие тексты песен у нее, вот, если там ничего такого нету, почему нет? Почему нельзя? Можно, конечно, у нее же хорошие песни, мне, например, нравятся. А кто это? Ольга Бузова, популярная певица. Я не знаю. Если вот посмотреть ее клипы, то сразу можно заметить то, что эти видео не очень подходят для нас, ну, для большинства.